Всем здорово, доходяги и спортсмены. Может быть, вы заметили то, что я очень хорошо прибавляю в силе, в качестве массы. И большинство завистников ищут какие-то причины, вместо того, чтобы искать просто ключ в грамотных тренировках, в питании, восстановлении, ищут какие-то причины, чтобы попытаться улечить меня в чем-то. Но дело в том, ребята, что большинство из вас не умеют тренироваться грамотно, не умеют. Давайте будем объективны в этом и признаемся уже. Приходя в любой зал, я вижу, просто какой-то караул происходит в тренажерном зале, в любом. Когда вот я прихожу в зал, да, я в разных залах был за свое время. Я даже не перечислю, в скольких залах я занимался. И приходя в любой зал, я вижу одно и то же, что люди делают черти что, вытворяют черти что. Они не умеют тренироваться, они не знают, как строится тренировочный процесс. Они топчутся годами на одних и тех же весах и удивляются, как же другие люди прогрессируют. В натураху, я замечу. Да все дело в том, что нужно всегда думать, ребята, думать и анализировать. Думать и анализировать. Только так вы придете к какому-то успеху. Этой зимой я планирую потянуть становый около 250 килограммов. Присесть килограммов 200. Ну и пожать не знаю сколько, но точно не меньше 140-145, может быть даже 150, как пойдет. Но для этого мне придется набрать собственный вес порядка 95-93 килограммов. Я еще раз отмечу, что это все происходит натурально. Никто не использует никакие кометы. Поэтому фантазеры в Ютубе, успокойтесь уже. Я не зарабатываю миллионы, участвуя в спорте, чтобы использовать какую-то запрещенку. Мне это нафиг не нужно. Я смог набрать с 82 до 87 с копейками. И теперь мне остается прибавить еще килограммов 5, может быть чуть больше, для того, чтобы спрогрессировать силовых. Я уже хорошие силовые себе набрал за подготовку чуть меньше года, где я делал акцент на массе, на силовых, и сейчас цель прибавить еще к зиме. А что из этого выйдет, вы сами увидите. Всем пока!